хороший соперник, но правильно говорите, мы владели инициативой. Вратарь хорошо у них сыграл, где-то повезло, может быть. Это хоккей, сезон длинный, надо делать выводы и двигаться вперед. Много до матча было разговоров о игре команд в большинстве. Вы как сегодня оцените со льда именно то, что насколько этот компонент все-таки снова повлиял на исход? Да, важный компонент у них. Мы знали хорошее большинство, есть исполнительные. Поэтому надо делать выводы, также надо использовать большинство. Уже с Владиславом тоже разговаривали. Как вам атмосфера на сегодняшнем зеленом дерби? Хорошая атмосфера, жаль, не порадовали болельщиков. Видно, что болельщики за нас переживали, болели. До конца поддерживали. Поэтому, да, сезон длинный, еще будет шанс отыграться и порадовать домашних зрителей. Такие поражения могут послужить дополнительной мотивацией? То есть уже, скажем так, у нас есть бэкграунд этих встреч, зеленый дерби, следующий матч, еще мощнее там настрой? Да не знаю, много матчей в сезоне, много сезонов в карьере, поэтому выводы уже давным-давно так сделаны. Знаем, чего ожидать, надо просто собраться и выиграть в следующий раз.